Всем привет, дорогие подписчики, с вами как всегда Диман, а также Юрка, и сегодня мы вновь продолжаем играть GTA 5 онлайн, а это рубрика «Битва автогонщиков». Здорово, народ! Сегодня, ребята, у нас будет район вот именно вот этот. Получается, тут мы спрячем с Юркой по 6 тачек, а потом попытаемся их найти за 10 минут. А вы, ребята, обязательно ставьте лайки, а также поддерживайте данный ролик своим комментарием. А также, ребята, не забывайте про колокольчик, чтобы не пропускать мои новенькие ролики. Ситуация сейчас на Ютубе очень сложная, поэтому, друзья, я в вас верю и буду, конечно же, рад. Вот, ну а для начала, братан, надо прятать тачки, поэтому желаю тебе удачки. Давай, иди прячь, и я тоже. Итак, ребята, пока Юрка прячет свои тачки, в общем-то, я опять-таки читал все ваши комментарии, и один из комментариев был как раз-таки ставить Юрке рандомные автомобили. Давайте посмотрим, что там есть. Давайте договоримся не ставить какие-нибудь грузовики и так далее, а просто какие-то обычные там седанчики, ну или подобное, нифига себе. А 45-я сразу сход Юрки выпадает. Значит, ребята, она будет настоять вот здесь. Давайте мы ее сейчас как-нибудь тут спрячем. Ну и, соответственно, ребята, отправимся спавнить другую тачку и прятать ее. Так, вторую тачку мы будем прятать, Брабус, что? Вы, конечно, наверное, надеялись, что когда я буду использовать рандом, то нам будут спавниться очень плохие тачки. Но, блин, ребята, я, конечно, все понимаю, но для Юрки просто читы падают, и это не совсем приятно. Ладно, вторая тачка будет стоять у нас здесь, а мы отправляемся прятать третью. Итак, друзья, третья тачка, рандом спаунер, и не спавнится. Еще раз. О, вот это мне больше всего нравится. Короче, давайте мы, наверное, будем их красить какой-нибудь такой заметный цвет, чтобы Юрка понимал, что это именно то, что ему нужно. Допустим, вот так вот мы сделаем. Ну и, соответственно, ребята, сейчас куда-нибудь запрячем. Ну, на самом деле, давайте вот прям не так жестко, вот так вот сделаем, вот так вот закроем просто, и пускай она здесь стоит, как бы ее даже не жалко, если он найдет. Поэтому, ребята, идем искать следующую нычку для четвертой тачки. Четвертая тачка у нас будет кибертрак, что? Тоже неплохая так-то машинка, да, ребята? В общем-то, да, я даже ее не буду, собственно, красить, потому что так понятно, что это то, что ему нужно. Просто давайте вот так вот, ребята, мы спрячем ее за стекло. Ну, хотя, да, она, наверное, вообще не бросится в глаза, поэтому давайте хотя бы, не знаю, там, тот же белый цвет покрасим, вот так вот, да. Вот теперь вообще чётенько. Ну, в общем-то, ребята, четвертая тачка тоже готова, а мы идем прятать пятую. Итак, народ, пятая тачка, сейчас мы узнаем, что это будет, это мы не считаем, сразу говорю. Так, далее, пятая, Вольво! Ну, тоже, в общем-то, неплохо, на самом деле, я даже не знаю, что там приготовил для нас Юрка. Прикиньте, если он приготовил какую-нибудь супер-пупер офигенную тачку, или как минимум несколько таких. А мы ему просто на рандоме наспавнили кучу шлака. Поэтому, ребята, давайте тут даже оставим, в принципе, да, и покрасим более такой яркий цвет. Будет очень весело посмотреть на реакцию Юрки, потому что тачку, в принципе, не видно. Я понял, ладно, мы сейчас ее как-нибудь поднимем. Ребята, тачка прозрачная, как вы видите, поэтому, ребята, мы ее явно тоже переспавним, ну, чтоб наверняка. Пошел ты нафиг! Ну, кстати, слава богу, что это замененка, но в любом случае, ребята, это очень жестко. И, честно говоря, Бугатти так сходу для Юрки... Очень дорогая Бугатти, у нас будет стоять, опять-таки, не видно, да, действительно, давайте мы тогда ее оставим вот здесь, и, наверное, таки зафризим ее, но это действительно очень классная машинка, и... Ну и последнюю тачку, ребята, спавним, это, получается, шестая Ламборгини, да ладно, ребята, я в итоге... Все, конечно, мог понять, но как минимум у Юрки только одна плохая, по факту, тачка, только лишь одна. Чтобы вы понимали. Ну, давайте вот за Ламборгини пускай поборется. Действительно, вот как-нибудь ее так вот спрячем. Конечно, да, поднимем, чтобы было, ну, более честно. Вот так вот ее как бы видно. Чуть-чуть вот опустим. Вот. Вот тут ее точно видно. Но в любом случае, ребята, Юрки упали просто 5 офигенных чит-тачки. Даже Брабус. И, честно говоря, вы, конечно, писали, что Юрка будет бомбить с плохих тролль-тачек. Но это же нифига не тролль-тачки, да? В общем-то, ребята, давайте сыграем именно так и посмотрим на реакцию Юрки, а вы в комментариях пишите, использовать ли нам рандом уже в дальнейших сериях. Ребята, ну что же, мы готовы. Для начала надо выбрать, на каких байках мы будем искать машинки. В общем-то, здесь, как вы видите, 7 аппаратов, поэтому выбираем для Юрки. Первый будет у нас Акума и Сири. Назови число от 1 до 7. Акума, сходу. Назови число от 1 до 7. А у меня, получается, это Bad Bike. Прикольненько, ребятки. Но ладно, давайте попробуем. Сейчас мы заготовим эти байки и начнем. Итак, ребята, мы готовы. 10 минут, братишка, помчали. В общем-то, друже, говори, что ты прятал? Дорого? Сложно? Не знаю, дорого. Неприятно? Дорого. На самом деле, может, приятно, Bad Bike неприятно. Это, ну, прям так, не совсем прикольненько. Сразу. Так, да, понял.
Что ты там нашел? А что это? Что это там нашел? Что ты там нашел? Это ламба, ламба, ламба. Ламбу? Сходу ламбу нашел? Она палевно смотрится. Ничего себе, ты жесткий. В стекле в этом открытом. А, понимаю. Понимаю. Да, нашел первую тачку. Это получается формула какая-то непонятная. Это F3 вроде как, если я не ошибаюсь. Но тоже нет, первая это, тачка это есть. Это говно, а не формула. Ну, я понимаю, что это говно, но называется это F3. Поэтому, братан. Ну, вообще, L98T у нее что-то там шлобик ну, какой-то. Ну, пускай, пускай, хорошо. На самом деле, братан, для тебя сегодня было... Было-было, по крышам смотрю, ничего нету. Было, так сказать, приятное видение. А точнее... Кто-то думал, что это будет троллинг, но получилось совсем не по троллингу, мягко говоря. А чё было? Да. Сам догадаешься потом, как найдёшь все тачки. Тут ничего нету. А цвета какого я ищу машину? Разного. Все одного, разного. Почему разного? Просто разного. Ну, потому что я не стал заморачиваться, потому что тебе и так все хорошо выпало, поэтому, братан... Не, ну ты, конечно, красавчик, кататься и искать хер, как говорится, в стоге силы. В смысле хер? Офигенные тачки так-то, братан, офигенные тачки так-то ты будешь искать. Так, ничего нету, ладно, минута 35 позади. Минута 35 позади, и что-то как-то прямо неприятненько. Серьезно? Что такое? Бугатти дорогая? Да, серьезно, Бугатти дорогая в натуре. Ты не рад? Ты не рад? Ты не рад этому? Там нету ничего. Ты догоришь? Рандом агет, говорю. Догадался, что ли, да? Что это было на рандоме? О, нашел вторую тачку! Нашел вторую тачку, это Lamborghini, кстати. А что ты сломал? Потому что, ну, почему я так подумал? Потому что у меня такая же Bugatti на подобие. Чтобы, блин, у вас серьезно? Весу дураков вместе совпали, это странно было. Кстати, как вариант, действительно. Но на самом деле, да, ребята предложили тебе, я, кстати, напоминаю, ребята, если вы хотите, чтобы ваш троллинг или какое-то ваше предложение попало в ролик, то обязательно пишите об этом в комментариях, а мы сегодня будем использовать именно предложение спавнить тебе рандомные тачки. Ну и на самом деле, я думал, тебе будет куча говна, там, я не знаю, GTA-шного, я бы покрасил специально такой, знаешь, приметный цвет выпадать, но что-то как-то, знаешь, не получилось, не фартануло. Ну такое. Видимо, рандом тебя любит, да и в принципе, судя по последним роликам, ну, сегодня, кстати, да. Сегодня рандом прям обожает, я смотрю. Даже в баскетболе, когда мы тебе писали. Я еще ни одной рубрики, которую мы писали, не проиграл. Да, кстати. Поэтому, пацаны, я не знаю, как это работает, но... Либо Юрка заключил пари, либо продал свою почку. Так, ребята, продолжаем. На секунду, меня тут отвлекли. Что ты там говорил? Типа в рандоме проигрывать. Такое себе мероприятие, да? Говорю, просмотры бы вернул. А, просмотры бы вернул. Так, пока что меня не радует... Тот факт, что тачек мало. Я нашел, а времени уже 3 минуты позади. Меня вообще факт не радует того, что факт? Я еще непонятно что. Ну не знаю, факт должен ли тебя вообще радовать? О, привет. О. Прикол. Ну сранится, зачем ты сюда приехала? А зачем ты зафризил? Я не фризил ее. А, может я хотел куда-то засунуть ее, но потом передумал. Ну да, понимаю, почему еще рандом, да-да-да, овощ, конечно, здравствуйте. Че такое, нормальная тачка? Ну, стандартная тачка-то, че делать? Ну, братан, как бы она одна, ска, из шести, понимаешь? Одна из шести, которая тебе попалась стандартной. Это как, объясни, пожалуйста, такое, пойми мне. Не знаю. Так тут такое себе, тут тоже нету ничего. Объясни-ка, объясни-ка. А, так это еще вот этот кусок задницы тоже же в этом, да? Где? Твою мать! Что такое? Это что за сиреноголовый с какой-то конусной шапкой на башке? У кого? У сиреноголового. А, так это новый сиреноголовый. Это новый сиреноголовый, а где вопрос о тачки-то твои, а? Что? Креп! Что, простите? А, это дура овца просто в тачке. Я думаю, что тут за дым такой, как будто здесь аномалия непонятная произошла. Там, короче, какой-то бот просто шлифует на месте, понял? А. Я уже думал, типа, может, мне кажется или нет. Что такое? Осуждаю, осуждаю. Что такое? Не зря поехал поближе, короче, кок-то посмотреть, нашел белый этот нарисик. Натура? Старый какой-то. Прикольно, okay. прикольно, тут ничего нету, и это прямо не радует меня, слушай, друзья. Слушай, у меня уже четвертая машинка, а да ты я понимаю. Нашел под жопой, которая была. Я нашел Бугатти твою дорогую. Да ладно, как да. заметил. Я по парковке катаюсь сейчас.
Так ладно, я туда явно не перееду, не перепрыгну, поэтому, ребята, просто так вот забираем Бугатти. Но я и земли было видно. Земли не видел, а просто с парковки я заметил. Ладно, не зря заехал, так сказать. Я думал, на парковке будет какая-то тачка, но нет, нет, нет. Ладно, хорошо, друже. Чё ещё есть у тебя дорогого для меня? Тем временем, это моя третья тачка, и это прямо отстаю. Отстаю, слушай. Даже с разноцветными тачками ты лидируешь на данный момент. Я не спешу просто, я медленно стараюсь кататься, смотреть внимательно. Блин, я думал, это тачка, а это всего лишь таки ноутбук. Ладно, так, ты в метро ж не ставил, не надеюсь, да? Нет, нет, метро не вижу. Слава богу, а то я просто приехал сюда, думал, может, вывести тебя на чистую воду, но нет. А Багама Мамас ты ставил что-то? Кого? Багама Мамас. Пахама. Бабарам, бамбахара, бамбуруго. Бахаму. Хамную бабу ты ставил что-нибудь туда, нет? Нет. Хамную бабу. Так, а тут тоже нет. Ну, я не верю, чтобы ты сюда что-то не поставил, точнее. Такого же быть не может. Такого же быть не может, действительно. Действительно, такого быть не может. Гараж, я смотрю, уже давно никто не юзает. Такой себе, так, а в магазине ты что-то поставил? Так, и снова меня, ребята, отвлекли, но на этот раз, собственно, мы почти ничего не потеряли. Так, за мной... Чё за мной копы делают? Едут, наверное. Какого хрена за мной копы? Такое себе, ладно. Ладно, ладно. Где я? Где я практически все уже проехал. А чё ещё-то осталось? Объясни, пожалуйста. Я тоже все проехал. А, что? Там-то и прикол. Что? Я посмотрел, короче, на крышу, где обычно ты ставишь тачки, и тут оказался Кёнигсек, а снизу как бы моя тачка. Ничего? Я и удивлен, что ты ее не заметил, когда мы с тобой проехали, когда я сел в твою. С третьего раза я, наверное, сейчас это приметил. С третьего раза я наконец-таки нашел себе тачку, друзья. Кстати, если ты используешь... Кстати, это уже третья тачка, которая стоит на крыше. Или вторая, или третья. Так, Бугатти стоял на крыше, это тоже на крыше. Что-то еще было, по-моему, на крыше. Или я ошибаюсь? Ладно. Так, то в воде было, а это было вроде в подворотне. Да, тогда получается две тачки на крыше. Может быть, что-то еще есть на крыше, а, братик? Хз. Тут ты ничего не ставил чтобы на крышу. Чтобы узнать, надо залезть на крышу. Тут ничего. Сколько у тебя тачек, кстати? Да блин, уйди ты нахер, болот! Четыре только. У меня тоже четыре. Так, а ты в стекла что-то ставила, ну-ка? Признавайся, я подлый трус. Я уже вроде как все проехал, я плюс-минус ничего не вижу. Блин, вот в стеклах смотреть это прямо выколи глаз. Есть нет, такое... ничего нету, нихера такого. Опа, а это неплохой вариантик. Так, 8 минут, 2 минуты осталось. 8 минут, 2 минуты. 8 минут, 2 минуты. Блин. Тут есть что-то. Нашел. О, я тоже нашел еще одну. Ламборгини нашел. А я Брабус заметил. Как говорится, проехал просто пол... А, ты Брабус заметил рядом, кстати? Да. По округе проехал и, получается, просто посмотрел на высоту. Там тоже ничего вроде бы нету. Пятая тачка, ребята, пятая тачка. Осталось по последней? Походу. Прикольно. Вопрос где? Остается буквально еще полторы минутки. А ты что ты сел на мой байк? А, я ничего не знаю. А! 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 Ты все это время на моих байках? А! Да ладно! Да ладно! Да ладно! Че, серьезно? Вот... Меня просто отвлекали, аж поэтому, да, и чуть-чуть у меня все ушло из-под контроля. Поэтому, ребята, дико извиняюсь, думаю, вы меня прекрасно понимаете. Вообще, кто остался на таком моменте, а? Напишите хэштег Юрка. Нет, лучше хэштег Юкфуф. Нет, хэштег Юрка, короче, ребята, да. И я тогда пойму, кто вообще остался, потому что... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Обычно на автогонах после 7-8 минут уходят. А кто остался, так сказать, до последнего? Кто самый такой... Верный подписчик и, соответственно... Соответственно, кто досматривает до конца, интересно посмотреть. Так, остается минута, брат. Даже чуть тут... меньше, даже чуть так меньше. Вот тут не катался, ну, ты катался, блин, такой себе. Я уже, блин, и на крыше домов смотрю, потому что хрен знает, куда ты засунуть там мог. Ты больной? Или как? Как я тебя замечу? От тебя-то удивляться уже нечему. Как я по-твоему должен был ее заметить-то? Ну я, конечно, а заметил. Как ты заметил. Я заехал внутрь, развернулся, и получается, как раз таки а у меня было. Вот здесь. Потому что я на F2 пролетел отсюда. Я на бэтбайке проехал внутрь, получается, развернулся, увидел эту тачку, пролетел на F2, убрал байк. Короче, посмотришь на ролики. Я в нее сесть не могу, к сожалению. Эгоиста. Эгоиста, это новенькая, ребята, Ламборгини. У тебя остается буквально 15 секунд, поэтому, дружище, ты либо заканчивай, либо говори, я тогда покажу свою последнюю тачку.
хоть рядом? Который ты, собственно, не нашел. Я даже знаю, что ты не нашел. Я тебе могу даже сказать, что это кибертрак ты не нашел. Я даже могу сказать. Я могу даже сказать, что ты его не нашел за стеклом. Если это так, то да, это так. Че, показывается? А, ну все, время вышло. За стеклом вот этого здания. Прыгай сюда, вот он. Просто тупо вот стоит. А, ну, не жалко, это говно, но дешевое. На самом деле, это замененка, поэтому. Ну, кстати, отсюда ее видно, со всех сторон ее видно, но ты ее не нашел. Но ничего страшного. Ну, ты попробуй найти разноцветные машины. Я понимаю, братан, в этом-то и заключался троллинг, но опять же, ребята, как я удивлялся в момент спауна, это получается Мерседес, Брабус. Одна только тачка тебе плохая выпала. Просто действительно только одна. Ладно, ребята, в любом случае, так как у меня 6 тачек, а в последнее время мы считаем по количеству, то, значит, я забираю баллы, и мы отправляемся на наше первое испытание. Итак, ребята, мы готовы. Наше первое испытание — Drag Racing. Здесь у меня замененка Bugatti, а у тебя просто обычная розовая тачка. Вот что, братан, давай попробуем. 3, 2, 1, поехали! Угу. То есть Вака быстрее все-таки, да? Ну, она же классический спорт вроде. Вроде да. А у меня обычный средний. Ну ладно. А значит, ребята, это мой, получается, первый балл за испытание, второй балл за эту серию. Мы отправляемся тогда уже на следующее испытание. Итак, ребята, мы готовы. Следующее испытание оффроуд. Мы должны проехать целый круг и приехать сюда первыми. В общем-то, братан, раз, два, три, поехали. Желаю тебе неудачи. Ох, ёпт. Ох, ёпт, вот это да. Вот это прямо такое себе. Так, у меня, короче, тачка выпуливает, как я заметил, но она не особо управляется. У тебя все иначе. Ну, Мерс тоже неплохой. Мерс офигенный вроде выпуливает. Как. Так, давай, да, догоняю тебя напрямую, но вот повороты. Так я тормаживаюсь. Так я тоже. Так бы я тебя уже давно догнал бы, тихо, аккуратно. Так, отлично. Отлично. А, ты фуфел. Ты поехал по левой стороне. Я поехал по правой, да еще и ударился. Понимаю, спасибо. Спасибо, Кёнигс, за то, что ты такой огромный. Я на двух колесах, короче, поворот зашел, и в итоге остался на дверях. Серьезно? Я застрял, не мог упасть. Да ладно. Серьезно, я видел, что ты затормозил. Вопрос. Да что тебя так выкидывает-то? Не, на самом деле, не стоит недооценивать тебя класс. Они маленькие, шустрые, юркие. Я знаю. Хорошие. Я же поэтому и сказал, когда она тебя самая первая, кстати, выпала в рандоме. Просто самая но, первая, конечно, в классе. 45-ка бы еще быстрее было. Ой-ой-ой, давай. Ну, Кёнигс, короче, да, он, потому что он выпуливает, он выстреливает, а потом его лови по всей трассе. И поэтому, да, так и произошло. Я ладно, ребята, это, кстати, балл за Юркой. Ладненько, но мы идем тогда дальше. Так, друзья, следующее испытание — это шашки. У, получается, Юры SVG, а у меня, соответственно, это, эгоиста. В общем-то, братан, давай. 3, 2, 1, погнали! Ну, слушай, старт ровный! Прости! Ух ты, жопа! Я уворачивался от бота, я даже тебя не видел сбоку. А, понимаю, вот. Бот врезался в бота. А, я вижу, кстати, да, фуфлы. А ты меня сбил гидрант. Чё? В натуре четко было. Ну, гидрант сбил. Тихо, да то по поворотам говно самое полное. Самое интересное, что я в центре дороги ехал, как я его сбил. А, не знаю. Но он справа был, получается. Слушай, мне кажется, у меня лучше машина. Ну да, есть такое дело, но я не отстаю. Я не... А, ты, нихера ты полетел. А чё? 300. Ты, Копперфилд. В среднем 300 еду. Ёб, а... Вы видели это, ребята, тоже? У себя на экранах. Короче, у меня ты входил в поворот, у тебя просто шлифовали колеса и летела какая-то листва. Я же того же мнения. Так, ну я не отстаю. Да ты пингующий. Ты где едешь сейчас? Ну, наверное, я уже проезжаю кинотеатр. Я тоже проезжаю кинотеатр. В среднем 320. О, нифига ты полетел. Короче, всю дорогу ты у меня просто куда-то во что-то врезался, а затем только лишь... Мне повезло, охереть. Мне почти тоже повезло. А потом лишь... телепортировался и был впереди. А что ну, там 300, у тебя случилось? 320 в среднем ехал, неплохая тачка. А я, честно говоря, даже не знаю, сколько ехала эта тачка, поэтому, ребята, если вы смотрели, засекали, обязательно напишите, я посмотрю по комментариям. А что у тебя там было-то? Ты сказал, тебе повезло. Ну, ламба? Не, повезло, ну, повезло. Я летел, короче, в тачку, увернулся и не было больше машин. А, ну понимаю. Ну ладно, у нас остается последнее испытание, поэтому погнали туда. Так, ребята, следующее испытание, это, получается, гора. Но мы должны спуститься без тормозов. Неприятно то, что у тебя Брабус, который тоже выпал второй тачкой. Yeah. Да, ты, кстати, на Ашке же забрал балл, там забрал балл. А, получается, у нас еще и ничья. 2-2, друзья мои.
То есть сейчас решится, но против Брабуса это же вообще unreal. Если я выиграю, за это миллионы тысяч лайков можно ставить. Ну, тут еще зависит от того, как сейчас. Я очень надеюсь, что ты... Тебя перелечу. Да! Да! Да ладно, остановил! Брабуса на себе! Вот чисто с собой остановил. Да, друзья, за это миллионы тысяч лайков. Ну ты, конечно, катишься, стой, но... Стой, стой. Чё ты делаешь? Я не поеду, поделаю. А не поедешь, ну всё, это да. Было бы уже свет, уже да? Все, да. Ну, ребята, я все-таки смог и затащил. А значит, ты победил в этой рубрике. Спасибо огромнейшее всем за просмотр. Желаю вам удачи, всем хорошего настроения. Не забываем подписываться на мой канал, на канал Юрки. И также мой инстаграмчик. Ссылки в описании. Пока.